Всем привет! Вы на канале Смекалисты, а едем мы в Липки. Неси капот, Ярик! На минуточку, пилот команды G-Drive, действующий Алексей Шкуратов. Есть еще один участник, Сергей Лобков. Купил 2 года назад у чудесного пилота, который сейчас не катается. Стоп-кран, говорю. Стоп-кран. Это мозги. Мозги Бош. Взял Бош. Бош. Денис Клещевский. В квалификацию выехал, машина вообще не ехала. То есть делали все, что могли, но... Какие вопросы есть к машине? Касание долб***, бандон, собрал хуйню. Всем привет! Вы на канале Смекалисты. Смекалисты снимает о дрифте для новых подписчиков этого канала. Сегодня мы вместе с командой Владимир Еремин при технической поддержке Сани ЛМК Кастом едем на тренировки по мокрому покрытию. А едем мы в Липки. Неси капот, Ярик! Мы приехали к Сане. Саня, ты сделал развал? А как? На рулеткой, на глазок? На ниточке. На ниточке, да, выставил. Мишаня, привет. Здорово, здорово. Мы на сервисе. Это Саня. Всем здорово. Саня отвечает за техническую часть этой синей 46-й. Саня сейчас накрутил развал. Что он там делал, я не знаю. Саня? У нас косяки с развалом. После последней поездки на Липки, после контакта с Сериком, с его зефиркой. Где брат? Ну, блядь. Знакомьтесь, это Мишаня. Ага. Мишаня, да, приукрасил, да, кадр. Ну, короче, после последнего контакта с Сериком. Короче, у нас схождение минус градус. Что там кривое, пока еще не разобрался, надо... Ну, сейчас Ван поехал на Липки. Вот, в общем, приедет, будем разбираться. Да, мы поехали, потому что он поехал. Что-то там скривилось, и надо что-то с этим думать. У нас еще косяки с турбиной, у нас косяки со сцеплением. В общем, у нас еще много косяков, а Логоиск уже на следующие выходные. Ну, так что... это будет отдельная серия, и мы ее запомним. Пока мы едем в Липки, меня, как самого оперативного работника, отправили за бензином, чтобы сэкономить время. Но это не точно. Вряд ли у нас это получится. Короче, 35 литров 95-го в Беларуси стоит 62 рубля. Прикиньте, это почти 30 баксов. Ну что, заправимся и поедем. Запускаем на смартфон. А ездим мы сегодня, кстати. А, я уже говорил, блин. 15.00, там нужно быть. Я думаю, что мы успеем. Но это не точно. Мы успели, с нами Роман, лучший кофеек, и дальше у нас стихбар. Я иду задом наперед, потому что ветер в ту сторону. Серик МС Квадрат, сейчас мы к нему подойдем. Вот у нас Вольво, замечательный автомобиль. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Серега. Серик МС Квадрат. Хлопцы, расскажите. Серик, ты расскажи нам, где твой Ниссан? Я Ниссан сдал в аренду. Почем? Чистая прибыль. Нет, ты говори, сколько для вот потенциального... Вообще для пацанов сколько, да, стоит? $150 под ключ. Вот, пацаны, я пригоняю машину заправленную, плачу за треньки. Это стоит $150. Nissan Sefira. Что это за машина? Посмотрите, вот здесь сейчас вылетит. Вкладочка рекомендую. Вот. Что еще? Что продать? А... на какой сцепь? Газель или что-то, не знаю. Газель. Вот парни тоже приехали на Жигулях. Здравствуйте, парни. Здорово. Вот еще один участник Форд Сьерра. Максим Львов, держи кардан, братан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот какой-то желтый автомобиль. Привет.
А как тебя зовут? Я Рома. А, поснимаем сегодня с тобой? Ты как новый участник? Нет, сейчас. Потом. Будет перерыв, поснимаем. Внутри, в салоне. О, здрасте, Женька Бобров. Вот. В принципе, это все участники. А вот еще есть пилот из команды G-Drive. Алексей, hello. Пилот из команды G-Drive. Да. Алексей, ты сегодня на чем? Алексей сегодня на Сильвии. А расскажешь что-нибудь про меня? Если бы я знал. Пока мы стоим в очереди, да, с нами на минуточку пилот команды G-Drive, действующий Алексей Шкуратов. Поделись вообще... Пол-пилота. Поделись... Нет, почему? Вот, кстати, в Могилеве, если вы смотрели это видео, ты занял место на балл выше, чем Сергей Сак. Но это в квалификации. Да, в квалификации. Никого не интересует. Но на какой машине? На Бетти, в которой сколько там, 400 сил или меньше? 350. Вот, 350, тем более. Прям как Цареграсов, что ли? Тоже на ней ездил и показывал хороший результат. Как только тебе... он в парных показывал, я в парных никого догнать не могу. Ну, это пока. Это к этому мы еще вернемся, да. Как тебе вообще ездить в команде? Какие ощущения? Очень круто. На самом деле, когда не паришься по поводу там, машин, поменять колесо, там еще что-то сделать, если что-то поломалось, Алексей все чинит, Андрей все организовывает, надо только приехать и погонять, это вообще мега круто. Ну да, круто, когда вся логистика у вас настроена. Да. Алексей это... Плюс команда такая. Да. Алексей это механик команды, да. Да, Андрей. Менеджер команды. Да, менеджер. Анжи, по-моему, подписан на инстаграме, да? Наверное. Да, ссылку оставим на него где-нибудь здесь. А как тебе на Бетти? На Бетти очень круто, на самом деле, ехать. Если не считать то, что я как бы новичок, и она не очень мощная, то учиться на ней, я считаю, что просто самое то. Потому что она на V8 прощает. Если здесь надо, например, будет клочевать, там как бы газ нажал, поехал. То есть она вытянет. И на третий, и на второй, и на какой угодно. На четвертый уже, наверное, не очень будет удобно ей. А так, как машина для обучения и новичка, я думаю, что более чем. И, естественно, как показывает практика в руках опытных пилотов, типа Каши, Гочи и так далее, да. Она и, в принципе, конкурентоспособная. Просто вот в моих руках она не очень конкурентоспособная. Ну, ты еще растешь. Это... Ты уже показываешь хорошие результаты. Что тут говорить-то? Ну, посмотрим. Будет машина посильнее, вот и посмотрим. Да, сейчас мы... Поможет мне это. Да, сейчас мы в Сильвии. Да. А вкратце, какой у нее успех? СР-20, что-то там с турбиной, чуть-чуть мощности поднято. Насколько я помню, около 200 лошадей сейчас. Выворот есть, заварка есть, ручник есть. Ну и все. Да? Да. А по поводу мощной машины... Леша строит у Аркадия Цареграсова, да? Да. В Сочи. Nissan какой? S14? Четырка, да. Да, четырка. Которая бывшая Валентина. Валика, бородавка, зелененькая такая, если помните, ББС Сбербанк. А на каком спеке, не знаешь? Там будет GZ, на хорошей турбине, коробка Samsonas, кардан карбоновый. Ничего себе. А дифференциал будет геттеровский, то есть не винтерс, ничего такого. Ну и по салону там потопленный будет, все хорошо сделано. В общем, машина будет на жиль. Ну а мы поехали снимать салон. Свапом 60 B40,
4 литра мотор, без турбин, без ничего. Это какой-то старой генерации? Это в смысле старой? Ну, у них же там есть... Не знаю, есть 4, 4. Есть 4-4. А, вот это 4. Я все. Понял. Коробка? Оттуда же, все спокойно. Сцепление тоже? Тоже все органика, 3, по-моему, от икса. А кардан, привода, ребусы? Задняя балка 34-ка. По-моему, задняя каста. Редуктор тоже 34-й, соответственно. Передняя реплика Вайсвап. Каркас? Каркас. Дережкова? Нет, я же ее не делал. А, ты уже купил? Я ее купил 2 года назад у чудесного пилота, который сейчас не катается. Стоп-кадр. Я думал, он не обидится. Игорек, привет тебе. Все, доделали, переделали. Короче, от его машины остался, наверное, только мотор. И все. А сколько сил примерно? Ну, по прогнозу. Ну, было 300. Было 300. Когда-то, когда она была еще в какой-то семерке, наверное. Сейчас, не знаю, сколько я ее душу, ее до меня душили. Ну, 200, может, с хвостиком на колесах будет, больше нет. Несмотря на это, она же, это же она была в Гродно, да? Каким-то чудом, на диком кураже. На какое место? 4. 4-е место он заехал. Я думаю, у меня есть кадры, да, с коптера. Есть, как она ехала. Да, есть. Во сколько стало уже эта машина? Около 8, наверное, что-то. Да? Уже со всеми переделками, переработками, отпиленной жопой, бетоном. Это вместе с ней со всеми? Вот все, что я купил, ее, наверное, за 4500, и потом просто уехал. Одно, второе, третье. Ну, это логично. После каждого сезона, после каждого года что-то вылетает, ломается, наваливает. Вот сейчас перед гонкой отсыпали вкладыши. Вчера за день все поменяли, перекинули, насос перекинули, вроде как бы пока... А ты же еще в чемпионат 46-й собираешься, по жиру, да? Ну там, да, подошли основательные ребята с Гродно. Прям вот хотят чуть ли не копию ХГК сделать. Ух ты, ничего себе. А ну, это был, да, Сергей Лобков. Заезды, сейчас будем кататься. Едем. Важная информация. Это мозги. А что за мозги? Бош. Мозги Бош. Зверюга. Это знаешь, что полили водицей. Я только бецел по тормозу дал. Снимал вспышку, до свидания. Когда интервью? А ты с ним снимал? Сейчас все сделаем. Через, пожалуйста, там будем делать. Да. Блин, да я не знаю, что снимать. Я же еще пока не пилот, вот топовые пилоты. Ну, смотри. Александр Пшеницын, правильно? Да. Ничего не ошибся. Простонародье Палм. Чем занимается? Ставит моторы. Как? Анонизмом занимаемся. Мы просто берем руками так, вот, отрезали машины, поставили другую. Не, ну так неинтересно. Надо объяснить людям. Видишь, для этого и нужно интервью. Давай так. Вот если напишут в комментариях, что нужно интервью, значит все. Хорошо, да, давай. Отлично. У нас Денис Клещевск. Действующий пилот из про-чемпионата Беларуси по дрифту. А расскажи минимально про машину, на каком спеке она? Машина Nissan 200SX, мотор 2GZ, доработанный, поршня, шатуны. Ковка. Ковка, да. Турбина BorgWarner EFR 8374. Так, коробка BMW, сцепление SAX.
Сакс там спорт. А BMW дизельная? Да, М57, да. Коробка, Вайсфаб по кругу. DC Racing, стойки. Кардан, редуктор? Редуктор 350Z. Кардан самодельный, BMW и спринтер Mercedes. О, вот такого. Взяли с запаса. Такого еще никто не знает. Ну, вроде держится. Я точно никто не знает. Ни разу не сломал еще такой конфиг. Вот, есть запасной еще лежит, но не пригодился. А что по мощности? Ну, порядка 600 сил. А мерили? А, вы же... Мы мерили на стенде, да, в прошлом году 650. Сейчас были проблемы, три этапа ездил, просто мучился, не знал, что проблемы. Ну да, если вы смотрели все видео, то в Гродно, по-моему, турбина. Это все последствия проблем. Да, были некоторые. Был перенадув турбины, без гейт не справлялся, там косячок небольшой. Вот, ну, мы сейчас все сделали, вроде спринили, проехал, проверил, сейчас все нормально. Как тебе? Ты недавно побыл в Киеве. Ну да. Как тебе? Мне не очень понравилось, но машина, опять же, не была на 100% готова. Вот, мы ехали, опять же, с проблемой, перенадув, на квалификацию выехал. Машины вообще не ехала, то есть не было мощности, я кое-как проехал квалификацию. Ну, а дальше соперник попался топовый, Левискас Гедеминас. Левискас. Как бы старались, сделали все, что могли, но не прошли дальше. Какие планы у тебя на этот сезон? Доехать сезон. Как доехать? Лучше, чем ехал до этого. Напихать всем. Напихать всем по-любому. А ты уже какой сезон приехал? Только третий сезон, а уже пихает, мама, не горюй. Ну, такое. Нормально. Но если вы считаете, что Денис ездит классно, напишите об этом. В этом сезоне не ездил что-то. Вот с машиной проблемы, и три этапа просто не в кайф. А в РДС хотел бы поехать? Ну, есть такие мысли. Но хотя бы попробовать РДС завтра. В принципе, можно чего. Вон у нас РДС GP тоже можно, в принципе. Не вижу там ничего такого сложного. Же пилоты. Трассы только там посложнее. Машина, в принципе, мощности тянет. Как тебе? И последний вопрос, да, это у нас уже Денис выгоняет сейчас. Как тебе липкий конфиг? Ну, так, как тебе сказать, первая дуга длинная, быстрая, дальше идет перекладка и такая запичная дуга, но в конце неинтересно. Ну, для начала. Для ребят, у которых небольшая мощность, то, в принципе, нормальный конфиг, можно тренироваться, оттачивать свое мастерство. Ну, хотя бы есть где, да? Потому что не каждый поедет в прочий чемпионат, чтобы потренироваться. Ну, приезжайте в Пинск, можно у нас тренироваться целый день. Смекайте. Надо договориться, можно с Денисом, да. Если липкий не получается. Если мы катаем, мы катаем, пока не надоест. То можно в Пинск. Это был Денис Кличевский. Не переключайтесь. I'm gonna flip it.
Кутила, кутила, из клеща. Амиго. Эти злобные. Что опять это дергает? Вы приехали. Владимир Елемин сегодня катался на BMW. Какие вопросы есть к машине? Если они есть. Да хуй вопрос. Касание дал бандон собрал. Хуйню. Да нихуя она не едет. Точнее едет, но не едет. Мылит колеса. Есть вопросы к резине и к задней подвеске. Правильно? Конечно. Правильно. Наверное. Какие технические решения мы будем применять? Болгарка-сварка. Болгарка-сварка. Значит, я считаю, что сегодняшний видос получился классный. Есть интервью с пилотами, есть классные парные заезды. Смотри, на каком давление есть. Да. Дальше мы будем продолжать мы техническую серию про этот автомобиль. А пока не забывайте подписываться, Вася, на канал, ставить лайки и писать комментарии. Пока.